Игорь Валерьевич, ну вы ведь талантливый экономист. Вы, когда к нам пришли, мы нарадоваться не могли. И во что все это превратилось? Нет, я уважаю ваши увлечения. Я, может, и сам бы как-то... Но не в рабочее время. Ну что это за ушки? Что за лук? И хорошо, если бы это не мешало работе. Неделю назад Инга Юрьевна попросила вас сдать квартальный отчет. Где он? Я вам вот что скажу. Вы человек талантливый. Я вас увольнять не собираюсь, но я умоляю вас, снимите это. К нам приходят клиенты. Ну вот как мне им объяснить, что у вас здесь капище? И вы храните здесь свое кольцо? Ну, давайте так договоримся. Прямо сейчас снимаем ушки. Вот это вот то, что у вас на шее. Плащик, давайте. Лук с колчаном, давайте. Давайте. Вот. Вот. Давайте. Я знал, что вы меня поймете. Это прекрасно. Я был уверен, что мы договоримся, и пожалуйста. Возвращайтесь к работе. Квартальный отчет все еще необходим. Идите. Ну, наконец-то.